Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». Первая группа из Карачаево-Черкесии, призванная из запаса в рамках частичной мобилизации, отправилась в учебные центры по программе боевой подготовки. На базе военной части 34-я отдельная мотострелковая бригада состоялась торжественная отправка. С напутственными словами перед мужчинами выступил председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов, руководство администрации главы правительства республики, атаман Баталпашинского казачьего отдела, представители религиозных конфессий, общественных организаций, политических партий, а также жители республики. От имени главы Карачаево-Черкесии военнослужащих поприветствовал спикер парламента Александр Иванов. Мы столкнулись с очень большой опасностью со стороны наших врагов. И руками и украинцев, и натовского оружия, наемников хотят в первую очередь разрушить нашу страну. Я хочу пожелать вам удачи, успехов. Пообещать, что мы будем заниматься тылами вашими, тех, кого мобилизовали. Мы будем следить за соблюдением всех социальных прав и гарантий, по максимуму помогать вашим семьям. И самое главное, хочется попросить вас, чтобы вы вернулись живыми, здоровыми и с победой. Успехов! Уважаемые братья, дорогие друзья! Сегодня я вас всех приветствую со словами «Ассаляму алейкум», «Мир вам» и «Благоденствия Всевышнего». И хочу сказать, защищать Родину – долг каждого гражданина, вне зависимости от вероисповедания и национальности. Так защитим же рубежи нашей страны, чтобы враг не пришел к нам домой. Да пребудет с вами Всевышний. Братья, возвращайтесь с победой, здоровыми и невредимыми. Мои дорогие, я всех вас приветствую. Помните о том, что Родина, в которой мы живем, это наши семьи, наши дети. Это те, кто будут видеть нас всегда. Я желаю вам помощи Божией, передаю благословение нашего владыки, архиепископа Феофилакта Пятигорского и Черкесского, на ваше доблестное служение. Хочу напомнить каждому из вас, берегите друг друга. Воинский коллектив всегда бывает силен своей крепостью. Помните, что вы защитники Родины, и каждый из вас оставил дома детей, жену, родителей. Каждому из вас есть куда вернуться. Каждый день мы будем молиться о вас и просить помощи Божией в вашем нелегком деле. Я желаю вам помнить всегда, что воины нашей страны во всем мире прославились своим умением быть мудрыми, добрыми, целеустремленными людьми. Дай Бог всем вам помощи Божией в вашем нелегком труде. Берегите друг друга, помните, что мы вас ждем с победой, здоровыми, домой. Военнослужащие пройдут подготовку на полигонах и учебных центрах по программе боевой подготовки механиков-водителей, операторов-наводчиков, командиров БМП, танков и БТР. В завершении подготовки военнослужащие пройдут боевое слаживание в составе взводов, рот и батальонов. За эти несколько дней мобилизованные граждане, призванные из запаса, прошли одиночную подготовку на различных полигонах Карачаево-Черкесской республики. С ними были проведены занятия. Одиночная боевая подготовка. После этого они будут на боевое слаживание, будут механики-водители, будут обучаться своей профессии, вспоминать, что они делали до этого. Отличный настрой, боевой дух на высоком уровне, морально-психологическое состояние у всех просто замечательное. Все готовы обучаться, изучать профессии. Все мои братья здесь, то есть, соответственно, когда узнал, все, то есть с работы уехал, сам пришел сюда, то есть уже к своим, чтобы ехать со своими ребятами. С кем вырос, с кем, ну, родился, выросли мы вместе. Я не мог поступить иначе, потому что мои пацаны все здесь. То есть, соответственно, мое место-то здесь. Занимаются здесь с нами, проводили и стрельбы, и подготовка, все это было. Все на высшем уровне. Если кто-то говорит, что там кто-то кому-то чего-то не додали, это все ложь. Выдают все и стараются каждому индивидуально сделать условия, чтобы человек был подготовленный, одетый, обутый, сытый и уехал в место дислокации.
Настрой у нас сильный, боевой. Дух подняли ребята. Там сейчас находятся наши ребята, которые за нашу отчизну, за наше спокойствие, за нашу родину, землю, которые воюют. Мы едем на подкрепление к ним, чтобы отстоять свою родину, свое спокойствие, свои земли. Боевое слаживание на все 100% мощно прошлись. Все друзья, все братья стали, честно скажу. Учились стрельбу, правильно стрелять, сплочение проявлять, как себя вести, чтобы друг друга спину прикрывать, не оставлять в поле боя своих друзей, товарищей. Все отлично. Будем живы. По-любому все вернемся. Все будет хорошо. Но мы сейчас здесь все доедине. Русский, качаец, абазин, черкес, не имеет значения, нагайц. Мы все одна семья. Мы идем защищать свою родину. Настрой боевой, мужской, будем крепиться. У нас настроение есть, если у кого-то нету, будем поднимать, субханаллах. Мы все вместе, мы сила. Я горжусь тем, что вот у нас все-таки есть в нашей республике, в нашей стране такие люди. Вот у нас здесь очень много добровольцев. Еще раз повторяю, товарищи, я хочу, чтобы первый, не было такого, второй, что вот повестка пришла, там надо убегать. Уложили, я хочу, чтобы все добровольно. Становимся в строй. Хочу, чтобы ребята, вот как мы сами говорили, надо защищать родину, надо защищать семью, надо защищать всех женщин. Ну, мы идем, чтобы женщины, дети не страдали. Если есть угроза, лучше остановить ее извне нашей страны и не допустить, чтобы они сюда пришли. А так наша республика... Внимание! Нашли. Просто я горжусь и республикой, кто потому что они нас сумку? Очень сильно поддерживают. Трибуны, товарищи, форма, одежда, вещи. Еда нам, как бы мы здесь вообще не голодаем. Родители, матеря, сестры, братья, кто дома, отцы, не переживайте, мы ненадолго, туда и обратно. Мы еще приедем очень быстро, иншаллах, поэтому не скучайте сильно, вы не успеете соскучиться, мы вернемся, ребят. Наш земляк, депутат Народного собрания республики, участвующий в специальной военной операции Марат Кумуков, за успешное выполнение боевого задания представлен к ордену мужества. Он отправился на Донбасс добровольцем еще в июле. Не раз проявил себя при выполнении боевых задач. В составе штурмовой группы Марат Кумуков уничтожил пулеметный расчет противника и обеспечил проход группы вперед. Также он выявил позицию диверсионно-разведывательной группы противника, которая была уничтожена. И сейчас Марат Кумуков принял решение продолжить службу по защите нашей страны, мирных жителей Донбасса и освобожденных территорий. В рядах депутатов от партии «Единая Россия» уже десятки добровольцев, которые готовы участвовать в спецоперации. Рашид Борисович, спасибо вам огромное. Вот люди. И помощь нам, нам здесь нужна, честное слово. Особенно от Кавказа нашего родного, Карачаева, Черкесия. И депутаты, и нормальные ребята, другие тоже здесь. Все здорово. Ждем, когда вступит в строй уже. На этой неделе глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов провел совещание по реализации указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации на территории республики. О ходе реализации указа доложил военком Сергей Белобородов. Вместе с военкоматами в тесном контакте работают члены правительства и органы местного самоуправления, военная прокуратура республики. Самое пристальное внимание к соблюдению критериев призыва в рамках частичной мобилизации. Главное требование – оперативно рассматривать обращения граждан по поводу обоснованности мобилизации. Организованы и работают телефоны горячей линии. Каждое обращение рассматривается в обязательном порядке, отметил Рашид Темрезов. Также обсудили вопрос обмундирования призванных военнослужащих из Карачаева-Черкесии. Каждый будет обеспечен всем необходимым снаряжением и одеждой. Согласно требованиям Минобороны России, заверил глава региона. Рашид Темрезов поставил перед коллегами задачу – организовать адресную работу семьями мобилизованных. За каждой семьей будет закреплен социальный работник. Организованы все положенные на федеральном и региональном уровне выплаты. Сейчас реклама, после продолжим. Вы ее ждали? Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас, Кавказская, 42, троллейбусная остановка на кругу, город Черкесск. Карачаево-Черкесия.
Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Мы продолжаем нашу программу. В Санкт-Петербурге состоялась двусторонняя рабочая встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Стороны обсудили мероприятия по дальнейшей газификации республики. В рамках встречи Рашида Тимрезова и Алексея Миллера было отмечено, что реализация программы развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесии идет по графику. Так, одним из реализованных в 2021 году мероприятий является технически сложный проект строительства газопровода от газораспределительной станции Карачаево часть до Тиберды. Трасса пролегает по труднодоступным территориям через ущелья, реки и скалы. В результате реализации проекта возможность подключиться к сетевому газу получили более 4000 домовладений. В настоящее время «Газпром» разрабатывает проектную документацию, в частности для строительства 6 межпоселковых газопроводов, что позволит газифицировать 19 сельских населенных пунктов в Карачаевском и Урупском районах. Рашид Тимрезов проинформировал Алексея Миллера о ходе реализации программы «Социальный до газификации на территории республики». По всем обсуждаемым вопросам Карачаево-Черкесия нашла поддержку со стороны руководителя «Газпрома». В частности, дано поручение о сокращении сроков проектирования и строительства газопровода в Учкуланском ущелье Карачаевского района и запланировать его к вводу в эксплуатацию до 2025 года, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. С 1 июля вступили в силу поправки в закон о дачной амнистии. Кто может воспользоваться этим правом? Какие земельные участки, дачные дома подпадают под действие закона? О нюансах упрощенного порядка оформления документов на собственность рассказали в региональном управлении Росреестра по Карачаево-Черкесии. Подробности в репортаже Артура Мкце. Что необходимо в первую очередь знать о поправках в дачную амнистию? С 1 июля у людей появилась возможность оформить в собственность дом или землю под индивидуальную жилую застройку даже в том случае, если нет правоустанавливающего документа на сам участок. Дачная амнистия 2.0 нацелена на то, чтобы направлена на те земельные участки, жилые дома, где человек не может подтвердить право собственности на земельный участок, но может какими-то документами подтвердить свое право распоряжения, пользования жилым домом. К заявлению необходимо приложить документ, что человек является собственником дома, а также какое-то свидетельство, что люди пользовались и распоряжались этим имуществом. Например, квитанции об оплате коммунальных услуг, данные о прописке в домовладении и так далее. Жилой дом должен быть построен до 14 мая 1998 года. Почему именно эта дата? В эту дату вступила в законную силу градостроительный кодекс в свое время. Что же нужно делать гражданам для того, чтобы воспользоваться упрощенным порядком дачной амнистии 2.0? Обратиться в органы местного самоуправления. Что нужно для того, чтобы обратиться в органы местного самоуправления? Это в первую очередь земельный участок должен быть в государственной или муниципальной собственности, на котором стоит их дом, который построен до 14 мая 1998 года. К
Какая же техническая документация нужна человеку, чтобы подтвердить то, что этот жилой дом, здание, сооружение жилое было построено до 14 мая 1998 года? Это документ, подтверждающий государственный технический учет и или инвентаризация жилого дома, которая была произведена до 1 мая 2013 года. Но почему это важно для самих людей? Дело в том, что в советское время частная собственность на землю отсутствовала. Нередко четкие межевые планы и границы таких участков не оформлялись, что создавало некоторые проблемы при проведении, например, коммуникаций или разграничении собственности. Дома строились на основании разрешений, допускалась прописка жителей. Однако право собственности нередко не оформлялось, и получалось, что здания и огороженные участки, существуя и кому-то принадлежа фактически, юридически оставались ничейными. Даже совершить по ним сделку можно было только с помощью суда, в ходе которого устанавливался правовой статус. Теперь же все эти нюансы постарались учесть. Артур Мхцеали Бастанов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Итоги летней оздоровительной кампании в Карачаево-Черкесии и задачи по организации отдыха детей на предстоящий год обсудили на заседании в Доме правительства. Подробности у Карчи Биджиева. 96 лагерей с дневным пребыванием и 6185 детей. 7 загородных организаций отдыха посетило 3120 юных туристов, а в 5 палаточных стационарных лагерях отдыхало 546 ребят. Качество летнего отдыха вышло на совершенно новый уровень. Школьники, родители, а также законные представители видят, что услуги в оздоровительных лагерях стали намного качественнее. Но есть и минусы, отметила министр образования. Это недостаточно хорошая материально-техническая база. Но в этом направлении ведется работа на федеральном и региональном уровнях. На уровне федерации дано поручение правительства разработать большую федеральную программу по развитию летнего отдыха и оздоровления и о том, что будут возводиться новые модульные лагеря для наших детей. Эта программа рассчитана до 2030 года и уже с 2023 года она начнет реализовываться во всех субъектах Российской Федерации. Все лагеря работали по примерным двухнедельным меню, учрежденным руководителями оздоровительных организаций, включающим овощные, мясные, молочные блюда. Все они были составлены с учетом норм и рекомендуемых объемов порций. Во всех летних оздоровительных учреждениях в штате имелись медицинские работники, осуществляющие наблюдение за детьми. Смены у нас составляли в загородных лагерях 14 дней, в лагере палаточного типа 10 дней. Между ними был перерыв не менее 2 дней для того, чтобы провести профилактические мероприятия, скажем так. И лагеря с дневным пребыванием детей смена составляла 21 день. Целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в загородные лагеря были приобретены установки для обеззараживания воздуха, бесконтактные термометры. И все лагеря были укомплектованы средствами индивидуальной защиты персонала, кожными антисептиками, дезинфицирующими средствами. Можно добавить, что все летние лагеря в республике функционировали в соответствии с запланированными сроками и имели положительные санитарно-эпидемиологические заключения в соответствии с правилами и нормами. Карча Биджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Члены регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии проводят мониторинг по результату благоустройства городской среды. Составляют акты по недостаткам и предписания по их устранению. Все документы дублируются и держат на контроле в штабе Народного фронта, так как не всегда подрядчик исправляет ошибки, которые порой несут угрозу здоровью. Такая ситуация сложилась в Черкеске по улице Гагарина, 26. Альбина Ламкова увидела, насколько качественно выполнены работы по благоустройству двора. У мечей уже порвано больше, наверное, 25, мы примерно считали. Лично мой сын умудрился здесь 7 мечей порвать. А это от 500 рублей и выше. И несколько мечей он порвал буквально в первый же момент, как только он пошел, купил, ударил один раз
и было потом море слез. Сын у меня даже форму футбольную себе купил в надежде раздевать себя в этом направлении, но не вышло. Действительно, по всему периметру спортивной площадки и сетки выступают жесткие штыри. Можно с уверенностью сказать, что занятия спортом на этой территории приведут не только к материальным затратам, но и к получению травмы, хотя обновление площадки было долгожданным. Мы обратились в адрес главы Карачаево-Черкесской республики. Глава республики пошел нам навстречу, и в итоге, в общем, мы получили площадку спортивную. Ну, как говорится, в любой бочке меда есть ложка и значительная дегтя. В этом же году по программе благоустройства городской среды по улице Гагарина провели ремонт дворовой территории. По окончанию проведенных работ члены регионального штаба Народного фронта осуществили мониторинг. В результате был составлен акт по выявленным недостаткам. Затем документ был направлен к заказчику в мэрию Черкесска. Недочеты по сей день не устранены. Однако такая ситуация не у всех. Заказчики стараются исправить ошибку сразу. Скажу так, что ситуация оставляет желать лучшего, потому что, как и в 2021 году, дворы делаются некачественно. Мы будем добиваться, как и 2021 год предыдущий, мы не оставим. Все должно быть выполнено, тем более, что у подрядчика по вот таким замечаниям даже есть 2 года гарантии, что сломано не жильцами, а изначально был дефект в оборудовании или в установке. Жители дома по улице Гагарина все же надеются, что спортивная площадка будет доведена до логического завершения, и на ней можно будет безопасно заниматься спортом. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Время собирать камни, да только не обычные, а уникальные по своей структуре и возрасту. Речь идет об аммонитах, органических окаменелостях, которые сотни миллионов лет назад были живыми организмами и обитали в бескрайних водах Мирового океана. Для чего их выискивает и собирает житель аула Красный Восток Юнус Матков и как у него получается вдохнуть новую жизнь в древние моллюски, узнавала Фатима Даурова. Пока циркулярная пила набирает обороты, мастер-самоучка Юнус Матков примеряет этот круглый кусок септарии или черепашьего камня, как обычно его называют в просторечии. Каждый надрез просчитан до миллиметра. На срезе этот камень обладает уникальным живописным рисунком, который напоминает панцирь рептилии. Это один из элементов конструкции, где главным материалом служат аммониты. Свой первый аммонит скульптор нашел в 2004 году, совсем случайно прогуливаясь по руслу местной речки. Предшествующее этой находке масштабное наводнение, накрывшее Карачаево-Черкесию в 2002 году, размыло берега маленькой речки, и в кое-каких местах проявились окаменелые останки древних моллюсков. Наткнулся я на него. Кусок большой скалы обвалился, и он прямо торчал в этой скале посередине. По неопытности я его начал неосторожно так добывать, зубилом начал выковыривать и поломал. Он примерно был сантиметров 50 идеальной формы. Опыт обращения с деликатным материалом мастер наработал позже, часами обрабатывая камень и доводя его до совершенства. Аммониты – уникальный случай перехода материи из мира органики в царство минералов. Для данного процесса понадобилось много миллионов лет, но факт остается фактом. Эти существа стали нашими современниками, но уже в виде ископаемых минералов с различными химическими, физическими и даже, как считают некоторые, магическими свойствами. Вот это у меня очень редкий аммонит. Это называется гетероморфные аммониты, которые под воздействием чего еще ученые не выяснили, меняют свою форму. Они бывают очень разных форм. Вот он у нас в процессе реставрации будет выглядеть вот так. Это для гетероморфа размер очень большой. Редко попадаются таких размеров. 35 сантиметров.
Авторская коллекция столов с древними моллюсками, специально выставленная для съемочной группы, украшает двор мастера. Каждый из них – произведение искусства с привкусом долговечности, символ времени и идеального союза культуры и истории. Технически сложный процесс превращения, плавно переходящий в композиции из аммонитов для украшения и гармонизации интерьеров. Материал, из которого они сделаны, вот эта столешница, материал называется септария. Они тоже водятся в наших краях и по всему Кавказу. И вот таких больших размеров, что можно будет журнальный столик из него сделать, очень редко попадаются. Это минерал столешница, а это окаменелость. Когда-то был моллюск, живой морской обитатель. Вот так в случае нашего героя неожиданная находка переросла в увлечение, а увлечение в мастерство и профессиональную деятельность. Но хотя наш край богат этими древнейшими окаменелостями, их все реже и реже стали находить. Сейчас в основном автору материал поставляют из Кабардино-Балкарии и Дагестана. И тем ценнее становится каждый экспонат, который обладает уникальным и изысканным дизайном. Фатима Даурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Красный Восток. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи!